телеканал Кидо. Меня зовут Камиль. И в сегодняшнем выпуске я вам покажу... Ребята, тоже это слушайте? Давай скорее. И в сегодняшнем выпуске я вам покажу... Так, ребят, вы можете потерпеть, я как раз про вас говорю. И в сегодняшнем выпуске я вам покажу маленькую коллекцию нетерпеливых зомби Зити, а также монстров на колесах. Как вы знаете, зомби из коллекции зомби Зити поделились на две команды. Одна хорошая, одна плохая. Сейчас мы разрежем наши упаковочки и посмотрим, какой зомби к нам попался. Поехали! О, смотрите, тут два зомбика и один из них золотой. Сейчас мы посмотрим, из какой они команды. А, это опасный доктор из плохой команды и зовут его доктор Дики. А этот парень из хорошей команды и зовут его Тако Камикадзе. Кстати, он пожарный. Открываем следующий пакетик. О, один из них зелененький. Этот парень у нас плохой. Он из плохой команды. И зовут его Сэнс Пипер. Он уборщик. Наша коллекция пополнилась еще одним плохим парнем. И зовут его Рокки Снипс, потный парикмахер. Кстати, этот редкий зомби светится в темноте. Следующий пакетик. Вот еще одни зомбики. Интересно, с какой они командой? Команда плохих парней увеличивается. Этого парня зовут Бибис Бац. Он охранник. О, наконец-то нам попался хороший парень из хорошей команды. И зовут его профессор Юсти. Ребят, а этот пакетик я оставлю для вас. Сейчас я его открою, а вы мне напишите в комментариях, как их зовут и с какой они команды. А вот и наши красавчики. Приступим к монстрам на колесах. Кто же нам попадется? В комплекте был Склайш. Сейчас мы посмотрим, какой монстр нам попался. Ура, я нашел! Нам попался гниловоз. Дальше. Ух ты, нам зубастик попался. Еще один гниловоз и зовут его Трактор. Посмотрим, кто следующий. Классный! Этого парня зовут Райден. Он из команды «Ржавые жестянки». Следующий монстр.
кого же похож такой страшненький? Это машинка из команды «Мусорные жуки». И зовут его Драйвер Спайдер. А вот и все коллекции, которые мне попалась. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!